концепция фестиваля «Мост» отчасти отражена в названии. То есть мы строим мост между властями городскими, между художниками, и тем самым, то есть, мы даем возможность вынести спектакль на, там, на городские объекты. Ну и, в принципе, мост – это еще аббревиатура, сокращение от «Москва стрит-арт», «Московский стрит-арт». В общем, концепция фестиваля – сделать стрит-арт возможным, сделать его профессиональным, сделать его легальным, сделать некую перезагрузку атмосферы в городе. Эта идея родилась на кухне во время мытья посуды в декабре 2011 года. И, в общем, на каких фестивалях были, но мне о них было неизвестно в тот момент. А какие-то такие принципиальные трудности, ну, не было. Знаете, вот как-то когда идея, она своевременная, она соответствует там духу времени, соответствует месту, то как-то, ну, она хорошо идет. Самое главное, составляющее успех. Первое желание, б, внятное понимание концепции, зачем, для чего вы хотите сделать. И вы огромная трудоспособность. То есть готовьтесь работать по 15 часов в сутки, готовьтесь работать без выходных, тогда у вас все получится. Отличаемся мы, наверное, тем, что у нас есть свой взгляд некий на стрит-арт московский. Мы его, хотя и не навязываем никому, но тем не менее мы считаем, что у нас Москва – это своя атмосфера. Наша задача в том, чтобы в Москве появился московский стрит-арт, московская школа стрит-арта. То есть мы реально не хотим делать то, что делают в Европе, и психоделичные, да, часто картины. Мы не хотим делать то, что делают в Америке. Мы хотим делать вещи, понятные москвичам, понятные, ну, реально большинству людей.